Страны во всем мире связаны между собой нормами международного права. Многосторонними договорами регулируются самые разные вопросы, касающиеся торговли, прав человека, изменения климата и, конечно же, вооруженных конфликтов. Однако, когда дело доходит до внутренних вооруженных конфликтов, которые часто переходят национальные границы, многие не осознают, что международное право ограничивает лишь способы ведения боевых действий. Оно не предполагает правовых стимулов для ведения переговоров о мире. Специально разработанный договор о мирных переговорах может изменить это. Сделать выбор в пользу начала переговоров менее рискованно политически и не так сложно юридически. При этом право управлять процессами сохраняется за местными игроками. Наличие договора о мирных переговорах может помочь сторонам преодолеть разногласия, предлагая дополнительную гибкость и определенность в правовых вопросах, которые занимают видное место в мирных переговорах. И как только соглашение будет достигнуто, договор о мирных переговорах может обеспечить большую правовую стабильность и способствовать реализации ключевых решений, согласованных в ходе переговоров. Но для этого мирные переговоры должны стать более привлекательной опцией для государств. Для достижения вышепоставленной цели IFIT и его партнеры работают над развитием данной договорной инициативы. Нашему обществу необходимы мир и согласие. Международное право, применимое в сложных переговорах, помогает сделать мир на шаг ближе. Для того, чтобы узнать больше или принять участие в процессе, пожалуйста, посетите страницу договора о мирных переговорах на нашем интернет-портале.